Всем привет, с вами канал Обзоры Игрушек и товарищ Сафронов. И у меня сегодня нечто очень крутое. Airhawks, бронемашина. Да-да, та самая, с вертолетом внутри. Я видел ее только по телеку, а теперь она попала ко мне на обзор. И мы с вами сейчас сможем посмотреть ее. Давайте же вместе посмотрим, как она вообще. Итак, давайте посмотрим на эту огромную коробку для начала. У нас здесь такой прозрачный блистер, через который мы видим машину. Клевые такие цвета зеленые, очень классные. О, я отражаюсь, привет. И что же мы еще видим? Машину, вертолетик и как бы функцию, что происходит. Неким образом вертолетик прыг, выпрыгивает из машинки. Как-то должен. И в комплекте здесь должен идти еще и пульт. Итак, сзади на коробке указано, что тут происходит. Машина едет, запускает вертолет, и вертолет еще и летает. Я думал, он просто выпрыгивает, что как-то интересно. Вот посмотрим. В общем, давайте распакуем, посмотрим, что внутри. Не терпится. Коробка клевая такая, сделана модная. Airhawks всегда очень красиво делает, подарочный вариант упаковки. Приятно всегда там дарить, покупать кому-то. Классные. Итак, смотрим на комплектацию. Во-первых, тут наикрутейший, наимоднейший пульт Airhawks, как всегда у них. И мы видим тут сочетание зеленого, такого салатового даже, наверное, кислотно-салатового, классного такого яркого цвета. И серво, и различные рычажки, кнопочки, регуляторы, кнопка включения-выключения и другие кнопки. Но это мы разберемся. Также здесь есть специальный отсек, где хранится у нас такой провод для подзарядки в пути, в дороге, например, у вас разрядился вертолет и машина, вы сможете подзарядить его, как бы портативная такая зарядка получается, еще и пульт. Сзади очень красивая надпись Airhawks, видите, она такая объемная, очень классный пульт, мне всегда у них нравится, как они подходят к этому, потому что это важный элемент набора любого пульта, иногда там что-нибудь такое положат, а здесь нет, вот здорово. И плюс еще такая вот ручка. Теперь маленький вертолетик, это такой вот небольшой вертолет, как вы видите, сделан он классно, хоть и малыш совсем, очень здорово подошли к его дизайну, прикольный такой. И тачка крутая, броневик с огромными колесами, с, видите, какими дисками, и она сама такая мощно сделана. Посмотрите, все выполнено в одних цветах, то есть серый и такой ярко-зеленый салатовый цвет, красиво сделано все, объединяет все элементы. Машина, мне очень нравятся диски на этих колесах, очень круто. И надо себе такие же заказать. Пусть все думают, что у меня из машины может вертолет выпрыгнуть в любой момент. С этой стороны у нас наклейка Airhawks, с этой стороны также. Сзади и спереди вот прокрашены фары. Выделяется также нижняя массивная часть. И она, кстати, видите, тоже оформлена такой текстурой вот здесь. Но отличается верхняя часть. Она, видите, сделана из какого-то более тонкого, прозрачного, такого полупрозрачного серого пластика. Смотрится отлично, но это сделано еще для того, чтобы легче она открывалась и видно было, что внутри вертолет. Как же мы помещаем наш вертолет? Здесь есть специальный рычажок. Вау! Открылась крыша машины, и вертолет помещается вот сюда. И все. Теперь нам нужно закрыть крышу, и внутри находится вертолет, как бы незаметный. Можно, кстати, очень круто удивлять своих друзей, что вы принесли такую машину, и вдруг выпрыгнул из нее вертолет. Его не особо-то заметно. То есть видно, что что-то внутри находится, какие-то механизмы, но не скажешь, что внутри машины вертолет. Это прям здорово. Внутри машины располагается специальный рычаг, который открывает крышку и место для крепления для вертолета. То есть вот так вот берем и его сюда ставим, он закреплен у нас здесь, можно его отсюда и достать. Но хочется посмотреть машину в действии, как в бою она себя ведет, вообще как управление. Для этого нам нужно будет воспользоваться, о, какая картоночка безопасности, воспользоваться батарейками, 4 батарейки, и посмотрим, как она работает. Итак, батарейки я в пульт вставил, здесь 4 батарейки необходимо, и теперь включаем пульт, загорелась зеленая кнопочка у нас, и теперь нужно включить на вертолете. Теперь нужно синхронизировать, как правило, это... Вау! Вау, вот это мощь! И давайте попробуем теперь сделать все как нужно. Смотрите-ка, мы просто вставляем вертолет сюда в отсек, закрываем крышку, закрыли, и что? Как сделать так, чтобы машина поехала? Ну, давайте попробуем нажать и... Вау, машина просто едет! Да ладно! То есть просто ставили вертолет, и машина едет?
гонит просто. Давайте-ка еще раз. Вау! Гони! А чтобы поворачивать, но здесь у меня мало места, боюсь, что машинка упадет, мы поворачиваем просто пик в нужную сторону, и у нас по очереди, видите, крутятся колеса разные. Вот такая система здесь. Ну а теперь самая главная функция. Мы выезжаем, едет тачка, останавливается, нажимаем клавишу, и у нас открывается крыша, и что, мы должны его достать или что? Давайте еще раз нажмем. Нет, смотрите, вертолет реально вылетает из машины. Я готов несколько раз еще попробовать, уж очень это эффектно. Вау, ха-ха, поймал. Ха-ха, классно, это прям неожиданно и здорово, и круто смотрится. Вы видели, как открывается вот здесь на верхней части, вылетает отсюда настоящий вертолет. И этим вертолетом можно управлять с пульта. Давайте-ка еще раз и ставим вертолет. Это теперь закрываем крышку. Машинка едет, открывается крышка, вылетает вертолет. Мне хочется проверить, можно ли вертолетом управлять отдельно. Ставим его и пробуем с пульта запустить. Да, можно, смотрите, просто с пульта управлять вертолетом. Он очень шустрый, смотрите, какой быстрый прям. Поставил специальный антивертолетный заслон, чтобы он меня за стол никуда не убегал. Да, потому что я тот еще летчик. И давайте попробуем теперь. Полетав приличное время на вертолете, погоняв на тачке, нам нужно зарядить теперь, потому что разрядился вертолет, но нормально, у нас достаточно веселье было, как бы учитывая, что из коробки он не полностью заряжен, всегда идет. Итак, здесь я показывал, есть специальный отсек с зарядным устройством. Вертолет мы выключаем и здесь подсоединяем зарядочку. Теперь смотрим, идет ли зарядка на. Вот, на пульте горит индикатор зарядки, что зарядка идет в красном сейчас. И ждем, когда зарядится, и дальше уже сможем продолжить наше развлечение. Кстати, машинку можно просто играться, гонять куда-то, ездить на ней, побеждать врагов различных, устраивать гонки, все, что вы захотите. Достаточно крутая, брутальная машина. И потом неожиданно открыть отсек с вертолетом, вытащить его, закрыть отсек, продолжать свои поездки на машине и атаковать врагов еще и с воздуха таким вот мини-вертолетом-шпионом. Сам вертолет умещается вот на ладошке, небольшой, но вот зато компактный и очень прочный. Я его уж, поверьте, протестировал на прочность своими методами полетов, так сказать. Вы сами знаете, как я летаю, но он выдержал все краш-тесты, которые можно было. Машинка отличного размера и по формату подойдет для игры с солдатиками. Вот видите, как они подходят. Например, по стилистике такие вот дерзкие, тоже крутые солдатики. И она может, например, быть на их стороне, либо если это враги, то разносить их в пух и прах. Смотрите, смотрите, какая идеальная вещь. И туда можно посадить бойца The Corps. Он идеально туда садится, и можно закрыть, гонять, и потом катапультироваться. А также, благодаря вот этому агрессивному, крутому, при этом модному дизайну, она подходит, видите, как под трансформеров, то есть машины, которые трансформируются, и здесь тоже есть некая функция трансформации, ведь из нее вылетает вертолет, и вполне себе они могут быть в одном автопарке и, например, сражаться друг против друга, или наоборот, уничтожать там десептиконов или автоботов, кого вы только захотите. И
Ну что ж, друзья, довольно крутая функция у этой тачки, вертолет внутри. Какие можно сделать выводы по поводу всего этого? Теперь какие же замечания? Что бы я хотел, чтобы AirHawks улучшили в новых моделях, но или добавить сюда что-то, можно апгрейдить как-то самому. Колеса. Я бы все-таки сделал какие-то дополнительные либо насечки, либо, может быть, резиновые покрышки там добавил сюда, чтобы она вообще по всем поверхностям, по бальному залу, по льду, там, по любым гладким поверхностям. Ну, понятно, что это особенности просто моего стола, что он гладкий, по нему все вот так скользит. То же самое замечание к поворотам. То есть она поворачивает, но было бы лучше сцепление, лучше бы поворачивало. Вот так. У меня свои взаимоотношения с вертолетами. Квадриками научился управлять, вертолетами пока не совсем. Но ничего, это дело поправимое. Пульт отличный, инфракрасный датчик говорит нам о том, что можно им только в помещениях управлять, а на улице будет терять сигнал, но это особенности инфракрасного управления. Домашняя игрушка, ну, в принципе, вы видели, что с другими машинками, с солдатиками, вот такая вот как бы игра дополнительная, дополнительный интерактив получается к игрушке. Вылетающий вертолет, машинка ездит, в общем, такая игрушка с возможностями, я бы сказал. Ну, а теперь о плюсах, которые, по мне, намного существеннее замечательные. Замечаний каких-то, потому что это оригинально. Во-первых, это оригинально, вот серьезно, это очень круто. Из машины вылетающий вертолет, очень понравилось, здорово сделали, красиво все это выглядит, эффектно открывается эта крышка, вылетает вертолет, суперски. Время работы, как удивительно, я думал, что будет совсем маленький заряд какой-то, но надолго хватило. Я и гонял на машинке, и гонял на вертолете, летал, и краш-тестил, и тестировал его, и все на одном заряде. Второй заряд где-то заняло мне, наверное, 20-30 минут, наверное, 20, скорее, ближе к 20 минутам зарядки от пульта от этого и полный заряд. И опять, как бы, я еще его не израсходовал. Дизайн. Вот здесь вообще вопросов нет у AirHawks. Выглядит все действительно классно. Машинка выглядит, я уже сказал, что мне очень понравилось. Пульт мне тоже нравится и вертолет тоже прикольный. Ну и в плане подарка тоже подойдет, потому что необычная классная вещь по-любому понравится любому мальчишке, да, и может быть, девчонки есть, которые любят машинки, вертолеты на самом-то деле. В общем, и взрослому человеку, мужчине понравится, парню. Я думаю, что все любят погонять те радиоуправляемые машинки и вертолет. А тут два в одном. Это круто. Если вас заинтересовала подобная машинка, то можно ее найти в магазине Toy.ru. Они предоставили для обзора. И переходите по ссылке, я оставлю ее в описании на YouTube и ВКонтакте тоже размещу. Переходите в магазин, смотрите, что там еще есть. Лего по отличным ценам. И другие игрушки смотрим, выбираем, покупаем, потому что, ну, Toy.ru, мы с ними дружим давно. Вы знаете, много всего очень крутого, интересного присылали на обзор. Многие зрители остались довольны, и я тоже, вот прям удивляет каждый раз. У нас есть еще, планируются еще обзоры на кое-какие крутые вещи, поэтому тоже можете мне скидывать в комментариях на YouTube, что бы вы хотели, ну, чтобы я обозрел из магазина Toy.ru, что вас интересует вот прям там. Ну, а на этом все, ссылка в описании. Спасибо магазину Toy.ru за игрушку. Спасибо зрителям за просмотр и за лайк, если вам понравилось это видео и понравилась машинка так же, как и мне. Пока-пока, всем удачи, с вами был товарищ Сафронов, канал обзора игрушек, до новых встреч, пока-пока.